Возраст выхода на социальную пенсию для граждан, которые не выработали необходимый стаж, может быть отсрочен на 5 лет. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной изменениям пенсионной системы. Напомним, в соответствии с новой пенсионной реформой, возраст выхода на трудовую пенсию повысился на 5 лет и составил 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Переход на новые сроки поэтапный. Начнется в 2019 и завершится в 2028 году. Так, для 36 тысяч жителей региона, которые по прежним условиям должны были уйти на пенсию в следующем году, срок выхода на заслуженный отдых сдвинется лишь на полгода. На людей предпенсионного возраста, подчеркнули в Краевом отделении Пенсионного фонда, распространяется ряд льгот. Работодатель не имеет права лицо предпенсионного возраста уволить без надлежащих на то оснований. Лицо предпенсионного возраста в течение 5 лет имеет право раз в год в течение 2 дней воспользоваться бесплатно правом на доп. Отпуск для диспансеризации. Налоговые льготы для категории пенсионеров и предпенсионеров. Глава регионального отделения Пенсионного фонда отметил, что повышение пенсионного возраста позволит обеспечить ежегодный рост пенсии для неработающих пенсионеров за счет индексации. Сейчас средний размер пенсии в нашем регионе 13 тысяч рублей. Однако не исключено, что в будущем для людей, которые не выработали необходимый стаж и раньше могли рассчитывать на социальную пенсию, такая выплата может быть сдвинута сроком на 5 лет. То есть женщины уйдут на пенсию в 65 лет, мужчины только в 70.